bizim toplaşmam sebebimiz hürmetli cemaat fani dünyadan ebedi dünyaya değil de bu dünyada olup geçken meseleler hakkında toplaştık ve Allah Teala'ya kollarımızı ellerimizi açıp dua yapmaya çalışamız çünkü bizim elimizden gelecek şey budur hürmetli cemaat bu mümkünde. Ve birbirimizge toplaşkanımız sebebimiz birbirimizge yardım yapıp birbirimizin birliğimizi korsetmek ve olup geçken vaziyet, olup geçken olaylarga böyle uzaktan bakmayıp da yakından bakıp doğru aklınen, yürekle bakıp boş ilerge biz doğru bakmak gerekmiz. Ve olup geçken meselelerini biz koremiz haberlerden ve iştirak da yapamız bu mahkemelerde. Biz dua yapıp bu ballarının işini bu dünyada Allah Teala doğruluğun yapsın deyip toplaştık. Ve Allah Subhanahu ve Teala inşallah bu doğruluğunu tez alda bu balların korantalarına kaytmağa nasip eylesin. Balları biz korgenimiz gibi bu mahkemelerde bütün bu yapkan planların, bizim düşmanların planların özlerine çevirip doğru doğru olmağa bizlerge nasip eylesin. Ve bizim birliğimizin daima toplap, bizim birliğimizin Allah Teala bir vakit böyle darkatmayıp birbirimizge birlik olup inşallah yaşamağa Allah nasip eylesin. Çünkü hürmetli cemaat birlikte tartlarımız ayetten kıbı tırlıktır. Birlik olsak inşallah biz her şeyde yengecekmiz. Çünkü biz tarihki bakanda birlikten biz bundan çıktık ve birlikle bunda geldik. Ve birlikle de o hak hukuklarımızı talap edip yerine getiremiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malike yevmiddin. Allahu ekber. Allahu ekber. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekul lehu kufuven ehad. Смотрю, много свободных мест. Организаторы рассчитывали, видимо, что больше людей придут, но мы своим братьям должны искать 70 причин, да? Ну, оправданий, почему они не пришли, почему они хошумадла дуага буны расмие. Единственное, им нет оправданий, если они говорят, что ну это нас не касается, мы же не с меджлиса. Поэтому нам что делать, мы же там не с Хизбут-Тахрир, это только их судят, это только их там преследуют, а мы не из них, поэтому это. Если они так думают, то это, ну, им оправдания нету. И тогда с нами был в группе один известный правозащитник, Виталий Пономарев, и он задал интересный вопрос, да, представителям этих групп. Он говорит, вот на протяжении 20 лет там преследовались другие группы. Хизбут Тахрир, Салафиты, еще другие. Почему в то время вы не выступали? Почему в то время вы не поднимали этот вопрос? И сегодня, когда преследуют определенных людей, если мы будем стоять в стороне и молчать, и ничего не делать, то завтра и до нас очередь дойдет. Завтра и нас будут преследовать, будут сажать в тюрьму. Поэтому мы не должны в стороне стоять. Мы должны интересоваться, что происходит. И помогать тем семьям, которые сегодня отцы, мужья, которых сегодня находятся в тюрьмах. Да, мы не должны в стороне стоять и говорить, что это не наша беда, это не наши проблемы. Это их преследуют, потому что они сами виноваты, потому что они там в меджлисе участвовали, потому что они там еще что-то делали. Нет, потому что Аллах Костермисон, завтра эта беда придет в этот дом. Да? И уже, когда придет в этот дом, уже некому будет выходить и помогать, отстаивать какие-то права, поддерживать. Поэтому чужой беды не должно быть. Да? И мы к любой беде, к любому суду, к любой семье должны относиться, как будто это наша семья. Как будто это моего родного брата посадили. Понятно, что мы, например,
на эти суды не рассчитываем. Аллахумма аззил ислама ва ансур аль-муслимин. Аллахумма аззил ислама ва ансур аль-муслимин. Аллахумма хафи ва афиту фид дунья валь ахира. Аллахумма тақаббал дуа Мухаммада ва сидди аль-мурсалин ва алхамдулиллахи раббил аламин. Я раббил аламин. Sana elimizi açıp dua yapamız, dualarımızı kabul eyle. Bu cemaatimizi toplaşıp sana elimizi açtık. Ya Rabbil Alemin, bütün dileklerimizi kabul eyle. Senin rahmetin ve mağfiretin bu dünyada bizle bir kazanmağı nasip eyle. Ya Rabbil Alemin, zulüm içinde olan Müslüman kardeşlerimizi zulümle kurtar ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, turmelerde oturan, turmelerde kapalı gitken Müslümanlarıma Allah'ın özlerini tez vaktinde özlerini uzun yardımcı ol ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin, korantalarına kavuşma nasip eyle ya Rabbi Alemin. Mahkemelerde işlere sonuna yetişmeyen Müslümanların uzun kolaylıklar ver ya Rabbi Alemin. Ellerimizi açıp dua yaparımız uzun dualarımızı kabul eyle ya Rabbi Alemin. Zulüm içinde olan Müslümanlar da uzun zulümüne tutar ya Rabbi Alemin. Hastacan olan Müslümanlar, hastacan olanlar şifa ver ya Rabbi Alemin. Bu dünyada bizler ki tez aldı bütün Müslüman ümmetini birleştir ya Rabbi Alemin. Biz akıl okullarımızı yerine getirmeye nasip eyle ya Rabbi Alemin. Amin deyip oturan Müslümanların ikinci kanda ya Rabbi Alemin bahtiyar eylesin, rahmete kazandılar. Cümle Müslüman ümmetini birleştir ya Rabbi Alemin. Cehennem azaplarından uzaklaştır, cennete girmeye nasip eyle. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa hamdulillahi rabbil alamin.